Коммунальщики продолжают очищать город от снега. Техника работает на дорогах, тротуарах и на внутриквартальных проездах. Но городская администрация поручила усилить контроль за работой управляющих компаний. Также мэрия пытается решить вопросы с руководителями предприятий, которые вовремя не убрали прилегающую территорию. Об этом нам рассказал директор управления жилищно-коммунального хозяйства города Мирного Евгений Балдуев. Расскажите, какие работы уже проведены, что в городе сделано, и встречаете ли вы какие-то сложности в своей работе? По дорогам мы сейчас прошли уже практически весь город, все центральные улицы, вот, подъездные дороги, и перешли на уборку внутриквартальных территорий. Вот вчера буквально в 23-м квартале работали, и сейчас пойдем дальше, 7-й, 9-й по порядку. То, что касается тротуаров, здесь комплексная уборка проводится, вскрытие их. Заканчиваем улицу Советскую, и следующая по плану будет улица Павлова. Остальные все по городу центральные практически в полном объеме вскрыты. Но продолжаются работы внизу по Ленинградскому проспекту. То, что касается коммунальных служб города и подрядных организаций, которые находятся на контрактах, они работают у нас безупречно в настоящий период. У нас сложности мы хотели бы, конечно, заставить еще и остальные организации вокруг своих зданий и занимаемых территорий, чтобы они убирались. Также это касается магазинов и частных баз и предпринимателей. Как вы заставляете юридические лица исполнять свои обязанности? На сегодняшний день мы сначала сделали рассылку еще в феврале, всех предупредили. И сейчас проводим рейды и составляем материалы для административной комиссии. На административной комиссии это будет рассмотрено и будут вынесены штрафы. Штрафы, сразу скажу, достаточно серьезные. На юридических лиц от 50 тысяч до 500 000 рублей.